Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Тримал, и мы будем сегодня играть в Clash Royale. И надеюсь, вам понравится это видео, и вы поставите лайк. Ну, а мы начинаем. И вот вы спросите, почему у меня такая арена? Потому что я случайно, ну, когда качал взломку этой игры, то удалил. А удалять не надо было. Ну, я зашел, короче, и все заново. Ну, у меня теперь только такая арена. А была вот такая, но ничего. Мы все-таки сможем опять собирать на эту арену. И у нас сегодня открытие сундуков. Это клево. А что у нас здесь? Так, ну это понятно. О, вот еще один сундучок здесь. Так, ну хорошо. Давайте откроем сундук. Так. Ну ничего интересного. Дальше у нас по счету вот этот сундук. Так. Так. Ну, о, у меня новая карта, кстати, это хорошо. Так, давайте заберем награду. О, у нас еще один сундучок. Короче, у нас сегодня много сундуков. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Короче, все идеально. Дальше у нас по счету какой сундук? Вот этот вот. Так, так. Хорошо. О, Валькирия, хорошо. Блин, какие же... У нас, блин, призы такие офигенные. Давайте возьмем эту награду. Сундук откроем. Так, хорошо. Еще один квест готов. Да, ребят, сколько у нас тут всяких квестов? Так, что за карта? Ага. Все, мы выполнили просто все квесты. Так, давайте откроем вот этот вот. Так, сундучок. Бесплатно берем. И... Хорошо. Хорошо. Так, так, мы давайте улучшим. У нас уже 1000. Улучшим дракончика. И улучшим шар. Так, и давайте посмотрим, что у нас снова есть. Улучшим все. Чтоб у нас, может, был новый уровень. Так, так, еще улучш... Так. Сделаем потише. Так, блин, блин. И последнее. Два раза улучшаем. И... Все. Теперь нам нужно еще выбрать место, например, пики или рыцаря кого-нибудь взять. Так, информация давайте. 99 800. Так, 847. Так. 8. Не, ну тут точно меньше. У этих. Блин, постоянно нажимаю использовать. Информация. Ну, у них тоже меньше. Гигант, это уже понятно. Информация. Информация, ну я не знаю. Не знаю. Так, ну давайте по счету на следующий сундучок. Что на надгробии доступно? Гоблин, копейщики, один с рыцарей. И две валькирии, что? Так, ну давайте последний сундучок. Тут уже будут легендарки. Да, блин, какие легендарки. Две эпических тут будет. Так. И три хога. Да! И да, просто, ребят! Призы просто зашибительные. Зашибенные, просто зашибительные. Или как сказать? О, все, у нас 4-й уровень, ребят. Я поздравляю себя. Ну как себя поздравляю? Рыцарь еще улучшить. Сколько мне тут улучшать, ребят? Я не понимаю. Так, улучшим это и давайте Валькирию. Все, улучшений тут вроде нет. Давайте информацию. Так, ну давайте используем место... Не, у рыцаря тут поднялось. Так, не, сейчас посмотрим информацию. 109 903. Так, а сколько тут урона? Ну, тут больше, но я не знаю. Ну ладно, пусть будет так у нас. Следующее, что нам поменять надо,
Ребят, ну нам стрелы не нужны. У нас есть Валькирия. Так, хорошо. Дальше информация. Ну, эта штука очень тупая. Ну, точнее, как тупая. Ну, урон очень маленький у нее. Так, ну что ж, давайте попробуем сыграть с некоторыми людьми. Или человеками, я не знаю, как сказать. И если вам понравилось открытие сундучков, конечно же, поставьте за них лайкосик. Так, ну тут вот так вот делаем. Так, ну тут... Ничего себе. Ничего себе обнаглели чувачки. Ой, нет. Нет, ребят. Мы сейчас проиграем. Ой, ребят. Нам точно здесь хана. Так. Блин, реклама, ты чё? Вообще? Рекламу мы выключаем? Она не нужная. Сколько этой рекламы будет? Ребят, ну как сказать, нам колода... Нам попался такой плохой... такие сильные соперники... Это не передать словами просто. Колода, конечно, у меня нормальная, но... Я, конечно, не виноват, что эти соперники такие сильные. Ставим их пика лучше всех. Ах, так, молодец, лучников поставил. Так, и давай. Ребят, короче, мы снесли им две базы, но они нам полностью... Ну, то есть, какие базы? Башни. И, походу, я тут вообще рыцаря не использовал. Точнее, принца. Блин, я вообще его взял? Я не понимаю. Так, и... Ну да, я его взял. Так, а каких у нас карт нету? Ну, у нас обычных нет, только скелетиков и бомбежки. Ну, остальное все эпическое. Наверное, я хочу шар. Я могу шар поставить место... Место пейки, может быть. Хотя у него урон нормальный. И здоровье тоже. Или место... Я не знаю место кого. Наверное, не знаю. Вообще странно как-то. Так, ну давайте посмотрим, ли я могу зайти опять в клан. Так, ну вам... Так, ай и Берест. Так, ну я не знаю, конечно. Вот этот клан, но я пока зайти, блин, не могу в него. Плохо, конечно, плохо. Я бы хотела в него зайти, но я не могу. Так, это кто у нас? Ничего себе. Прикольно, конечно. Надеюсь, вам понравилось это видео, это открытие сундучков. С вами был Тривмал. Всем удачи. Всем пока-пока.